Женя, это я, и я всех рада приветствовать на своем канале. Девчонки и мальчишки, хотите иметь руки мечты? А разве такое бывает? А я скажу, бывает. Красивые, молодые, стройные, подтянутые всем на заглядение руки мечты у вас почти уже, хотела сказать, в кармане, но нет, в карман руки не положишь, хотя почему нет? Но тем не менее, сегодня я вам покажу упражнения, которые в короткий срок сделают ваши руки. Это просто будет заглядение, а скоро, между прочим, лето. Вы как разденетесь, да как выйдете, и у вас будут ручки и тело, боже мой, конфетка. Ну что, не верите? Поехали! Для этого вам нужно запастись гантельками. У меня гантельки в 3 килограмма. Но не переживайте, если у вас нет гантелек, пожалуйста, возьмите 1,5-литровые бутылочки с водой. Я тоже это рекомендую, тоже будет вес. Он будет немножко легче, но тем не менее, потом в дальнейшем, пожалуйста, купите себе гантели. Итак, поехали. Первое упражнение. Все упражнения делаем по 3 захода. Я показываю по одному, чтобы сэкономить ваше время. Итак, поехали 10 раз. Взяли наши гантельки или бутылочки с водой. Поехали. Десяточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух! Какие мы молодцы! Так, не расслабляйтесь. Сейчас будем делать следующее упражнение. Немножечко отдохнули чуть-чуть. Итак, поехали. Между прочим, это упражнение, которое сейчас вам покажу, вы не найдете практически ни на одном YouTube-канале. Потому что это упражнение даже практически не рекомендуют инструкторы в тренажерном зале. Я его очень-очень-очень редко вижу, кто делает. Взяли наши гантельки или бутылочки с водой. Внимание! Ручки вперед. И делаем такое упражнение. Оп! Я показываю медленно. Так, сейчас я стану боком, и внимание, смотрите, как будут мои ручки. Вот, ручки сделали вперед. Мы отводим, и наши лопатки должны сойтись. Вот такое упражнение. Вот, вот. Вперед, согнуть. Согнуть. Так, давайте к вам развернусь. И поехали десяточку, молодильную десяточку. Ух! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух, хорошо. Немножечко отдохнули. Чуть-чуть отдохнули. Так, и поехали. Делаем третье упражнение. Ножки на ширине плеч. Взяли наши гантельки или бутылочки с водой. Внимание, это упражнение называется молоточки. Ну, мне кажется, молоточки идеально подходят. И поехали. Показываю медленно. Оп. Оп. Только не ударьте себе в лицо и по подбородку. И поехали. Десяточку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух, мы молодцы! Я хочу сказать, что мы большие с вами молодцы. Не забывайте эти все упражнения делать по 3 захода. Начинайте с 10 раз, сейчас я показала вам по 10 раз, потом переходите по 15. Итак, рассказываю план, как нужно делать. Первый месяц мы все эти упражнения в 3 подхода по 10 раз делаем через день. Так, когда пойдет второй месяц, вот первый месяц прошел, наступает второй месяц. Вы делаете второй месяц 2 раза в неделю по 15 раз. И ваши ручки похорошеют, помолодеют, будут красивые, подтянутые. Ну, такие, как у меня, если хотите. Всем желаю мира, добра, хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Всех люблю, целую, обнимаю. Ваша Женя. Пока-пока.